Пофоткать хотите? Да. В этом можно шла. Захарчик первый раз приехал в парикмахерскую. Сынок. А парикмахерская какая красивая. Бог ты мой. Ты, Антон, придерживай его. Он сейчас, как и может, испугается. Так... А усики вам нужны? Да. Все будете забирать? Нет, чуть-чуть. Запотела зараза такая. Готов. На торт, правда, похож. Кстати, зелень не обязательно сыпать. Но я решила в этот раз так. Тесто там вот с луком, лук там, короче. Все, ужин готов. Привет. Я решила попробовать заснять влог. Вот. Сегодня у нас на дворе февраль. Так хочется сказать, что на дворе весна. Сейчас минутку мне звонит муж. Говорила, не могу. Блин, муж у меня уже... Ну, 3 января у меня я была у стоматолога. На самом деле у меня зуб болел, я встречала Новый год зубной болью. И потом лечила его недели две. Ну, знаете, когда гной в этих, в десне, этот, в каналах. И этот. И вот где-то вот с 3 января муж тоже так болеет. Ну, как вирусня, ангина. Раз антибиотики пропили, помимо местного еще всяких, все, что в магазинах продается, все использовали. Все, девочки, я даже не буду говорить, все гексоралы, йоксы, имудоны, лизобакты, сейчас фантом вер, да ну все, там, вот одно назначение, вот, одно из назначений. Не видно, это последний, это второй антибиотик он пил, ему стало легче, вот здесь доритрицин, полоскание глотки с стоматодином, антибиотик азитромицин, ципрофлоксацин капли глазные в нос, немулит рассасывать. Ему стало лучше дня на три, и опять чайник включу. Фу, чайник такой вот от Redmond. Деньги на лекарства уходят. Невозможно. Вы скажите мне, как вы живете? Как вы откладываете? Ничего не получается. А сейчас вот только что он звонил, голос у него опять низкий. Прикалывается, что переходный возраст режется. Ой, у меня рука трясется. А кто разрешил тебе на стол ложить лапы? Ну, Брюс. Кто разрешил, сынок? Я поняла, что на холодильник я не соберу, потому что мы уже тратим те деньги, которые мы собираем, как всегда. И я говорю, надо брать рассрочку, потому что мы не соберем. Не получается у нас. Я уже молчу про то, что я болею. Да, сынок? Я только пришла, Захар спать положила и сбегала в магазин. У нас дождик идет. 0 градусов дождь. Ой, смотрите, там шерсть залетела в нос. Ну что, ты что, есть просишь? Никто тебе еду не даст. Вонючка. Почему ты нашего малыша обижаешь? Дерется с ним. Катя кофту снимает. И чайник. Кофта и чайник под один цвет. Брюс Ли. Полное имя. Котик назван в честь актера Брюс Ли. Такой же драчун маме. Кстати, это сок ребенка.
стоит. Ну, свежий сегодня налила, это хип у нас. Что-то яблоко и шиповник был. Так, не очень он пьет. Сейчас такие акции всякие проходят, перекрестки. Клеишь наклейку, например. Особенно вот эта шикарная акция, где постельное белье 5400, оригинальная цена. Брюсечка, пожалуйста, уйди, не мешай маме работать. Так, это дальше петрушка. Мои любимые оливки, эти очень вкусные оливки. Зеленые, мне в последнее время с косточкой на зеленые оливки тянет. Так, это Брюса еда, поэтому он тут трется, он просит еду. Это Захара сок, это мне приправы, паприка и для картошки. Господи. Так, капусту я буду щи варить. Мандарины за всю зиму в первый раз купила. Потом брокколи. Можно с яйцом сделать. Будет Брюсечка. Ну, такой-то тупоголовый у меня, честное слово. Брокколи зеленые. Дальше помидорчики черри. Что за кот? Драки. И зубная паста Рокс. Вот это, в принципе, зубная паста мне понравилась. Так, дальше. И вот такое вот средство. Зимнёное что-то. От Main Libre. Гель для мытья овощей, фруктов, детской посуды, игрушек, концентрат. Ну, давно я потихоньку хочу пробовать эти всякие фирмы. Вот и взяла. У меня, кстати, рука трясется, ничего я вам не смогу пофоткать. У меня, кстати, знаете, что есть? Вот такое средство от этой фирмы, а Babyline. Вот это есть делитель загрязнений, но тоже практически им не пользуюсь. Вот, состав стоит тут. Вот, а щи я буду, знаете, варить. Иногда долбаешься, иногда не хочется долбаться. Иногда, ну, потому что тоже. Я взяла к щам вот эту заправку для щей. Одно время я найти ее нигде не могла. Но тут нашла, по-моему, где же, в перекрестке она была. Где-то она, короче, была, и я вот ее сварю, потому что щи все-таки это тоже вкусно. Ой, я забыла мясо купить. Теперь уже я ничего не сварю. А, моя любимая помыла. Это все уже пропадает. Захарке взяла вот такой супчик детский овощной рисовый с цукини и телятиной от фирмы Флёр Альпин, наверное, так. Ну, что могу сказать? Это баловство. Надо сказать, что я это всю ересь, так как мы уже прошли, нам уже год. Ну, я не знала, что есть такой суп. Вот. И поэтому, я ж не знаю, будут ли у меня еще дети. Я хочу попробовать. Ну вот. Поэтому возьму, попробую. Вот и скажу, сделаю так, как тут написано. И вам покажу. Многоразовая застежка. Сейчас Захар... Ой, Брюс. Это Захарке на день рождения дарили вот этот планшет. Батарейки очень быстро садятся у него. Уже 3-2 раза меняли. Так, чай пью я. Что-то он не отсоединился. Решила постирать Захаркино кресло, стул. Помыть надо. Отойди, Захар. Ой, Брюс. Вот я его так засунула. Первый раз я его ручную мыла ванной. Мне не понравилось это дело. И решила попробовать вот так засунуть. Поглядим. Получше, получше, чем было, конечно. Было, конечно, вообще жесть. Вот это вот. Вот все постиралось. Как классно, какой кайф, а. Все-таки как хорошо, что есть. Ой, что-то тут. Ручка. Как говорю, хорошо, что есть стиральные машины в наше время. Что-то ручка у меня, где-то вот там ручка, что ли, постиралась.
В чем-то все крепить надо это. Я не пойму. Там ли снимала? Так. Куда? Это надо постирать, говорю. Все волосни. В общем, была гинеколога. У меня нашли кисту яичника. Вот, там эндометриоз я путаю, потому что после кесарево сечения, короче, у меня там столько ужаса в этом. Левый яичник. Так, Брюс, иди. Так, я, значит, взяла Захару молоко, фрутоняня, детское молоко. Ну так, на всякий случай, чтобы было 500 миллилитров. Второй вид Тёма. Молоко здесь тоже 500 миллилитров. Вот. Чтобы было, потому что если питание, без питания никак, это персик и тыква. То есть надо брать такие в питании, то, что мы не даем сейчас. Тыкву я ему не даю, то есть мы не покупаем, не запекаем. Персиков сейчас тоже нет. И вот я взяла, чтобы ребенок такое ел. Так, смесь взяла, троечку, малютку. Вот, Захар, вот этот смесь. Тройку я взяла. У меня там еще настажен стоит. Сейчас. Где-то настажен. Вот она, настажен. Настажен. Есть. Тройка. Им же Захару год и два. Вот, будет на днях. Вот это все перебрать надо. Все, у меня вверх дном тут все. Целая куча. Вот какая тарелочка. Я не помню, показывала, недавно купила ее. У меня еще есть кисломолочный нан. Тоже тройка. Но это... А, у меня вот открытое начатое есть. Мы как-то Захарку пытались с 3.01.18 перевести. У нас не получилось, тоже надо выкинуть. 7.01. Почему такую дешевую берем? Потому что сначала надо его приучить к питанию. Это каши. Это не смесь. Вроде больше нету. Сегодня я уже потратила в больнице 1550 анализ. Исследование уровня антигенных раков, что-то К-125 в крови. Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови. Определение уровня витамина D в крови, это ревматолог заказывал. Дальше, консультация гинеколога, 1000 рублей. Общий клинический анализ, 350. Микроскопическое исследование мазка, 320. Консультация ревматолога, 760. И 2380 плюс 1550. И плюс такие всякие расходы. Потом в аптеке я купила вот это вот средство. Бергалак, 2 таблетки для завершения лактации. Которую страшно боюсь пить, потому что все-таки это вмешательство. Все равно сказали перевязаться. Дня 3 перевязаны ходить, даже спать сказали. Я точно надо перевязываться, когда спишь. Как же я буду спать, если мне будет неудобно, некомфортно. И вот здесь вот 2 таблетки. Значит, мне выписали 0,5 утром, 0,5 вечером, на следующий день 0,5 утром, 0,5 вечером. Вот так пить, перевязано. Да, сыночек? Вопрос в том, Захар, теперь, что тебе... ну, как вы понимаете, что мне... Я там уже болею, то здесь болею. И мне вот надо завершать грудное вскармливание. Лечиться, потому что у меня еще желчный пузырь. Ну, желчный пузырь я вообще урсосан уже в наглую пью. И Захару купила вот эту бутылочку. Честно, дорого, 500 чем-то, она дорогая. Красивая, это красивая, от 6 до 18. Не могла найти от 12 месяцев. И поэтому мне пришлось брать вот это, потому что все были 6+. 6+. Плюс нормально, что здесь 300 миллилитров ребенок. Ну, как сказать, большой, год и два. И, соответственно, может быть, он будет пить, да, сынок? Обильно. Научишься пить и будешь пить.
Посмотри, какая красивая. Микки Маус тут нарисован. Микки Маус. Микки Маус. Дорогущая, прям как игрушка. Нюк, хуюк. Пожелайте нам удачи в бою. Ребенка некому отдать, забрать некому. Чтоб никто не помогает, не могу. Муж вовсю разболелся, тоже у меня горло болит. Он же заражает. Вот. Вовсю болеет, у него вирус. У него был в январе вирус, опять он вирус подцепил. Я ему циклоферон сейчас колю. Потому что это уже невозможно, иммунитета нет, иммунитет не справляется, раз человек повторно без конца болеет. Так. Мне очень удобно вот с этих кормить. Еще у него сок есть. Захар. Вот это, кстати, поначалу он не ел. Говядина с кабачками, рисом. То есть я беру мясо какое-то с овощами. И, соответственно, он съедает. Вот, вот это. Говядина с брокколи, морковью, рисом. Тут у меня говядина с языком. Такую мы еще ему не давали. Ну, можно смешать с каким-нибудь этим овощем. Брокколи, например, и он съест. Все. Захарка. Вот такие у нас дела. Такие. Папа к Лору поехал. Я его отправила. Честно, я его хочу отправить. А, все.